Всем привет! Сегодня очередной анбоксинг посылочки, которая пришла с Китая. Ну, значит, внутри у нас вот такая вот рекламка. Ну, всем очень понятном языке. На, это гарантийный талон на 15 месяцев. Ну, кому интересно будет, пусть почитает, особенно на китайском. Вот даже можно сканировать вот эту вот фигню. Вот, ну и здесь внутри у нас должен быть Powerbank. Фирма Камаши. Ну, давайте посмотрим. Такая коробочка аккуратненькая. Вот так это все открывается. Значит, здесь, ну, правила пользования, но не будем заострять на этом внимание. То есть можно подключать к MP3, к iPhone, iPod, ну и так далее. Ну и вот он сам. Powerbank. Довольно-таки все очень хорошо запечатано. То есть сделано с любовью, так скажем. Вот, первый раз вижу, что китайцы вот так вот прям все печатают. Ну, сейчас мы развернем. Вот такой вот симпатичный Powerbank Kumashi, 850 миллиампер в час, 5 вольт, потом написано 5 вольт 1000 миллиампер в час, Made in China, и 2400 миллиампер в час. Значит, здесь у нас USB, микро-USB и кнопочка для фонарика. Ну, как мы видим, фонарик работает довольно-таки неплохо. Вот. Ага. У фонарика еще есть несколько режимов. То есть, сейчас я беру это все, наведу резкость. То есть, первый режим. Второй режим в пол. Мера отсечения. И третий режим стробоскоп. Вот первый режим, второй режим и третий режим. Отлично. Вот, ну. Вот такой вот Powerbank. И кабель зарядки мини-USB. Вот так вот он. Сейчас наведем. Вот так вот он выглядит. Вот. Ну, довольно-таки неплохой Powerbank, как я вам скажу. Весит он 85 грамм. Ну и с клипсой 90. Вот. Ну, видимо, клипса одевается с этой стороны. Вот так вот. Ну, что хочу сказать. Проверим, посмотрим, протестируем. Но пока что очень хорошее впечатление. Вот. Ну, все пока. Всем спасибо за внимание. Кто был со мной. Продолжайте смотреть мои видео и ставить лайки. Ну и дизлайки, кому это, конечно, не нравится. Все. Bye.